Всем привет! С вами InformTV. Наталью Антонову многие знают как одну из самых красивых и талантливых актрис. Она проснулась знаменитой после съемок в сериале «Другая жизнь». Это было долгих 17 лет назад. Именно после этого карьера девушки пошла в гору. На съемках фильма «На заре туманной юности» она познакомилась со своим первым мужем, тоже актером, Александром Вершининым. Они поженились буквально через несколько месяцев после первой встречи. Через год после свадьбы у них родился сын Артем. К сожалению, через 5 лет этот брак разрушился. Артем Вершинин, как и родители, решил стать актером. Интересно, что в первый раз он получил роль в 5 лет. Именно он сыграл роль сына Саши Белого в популярном сериале «Бригада». Сейчас молодому человеку уже 22 года. Он закончил театральный институт и довольно много снимается. Например, в его копилке такие сериалы и фильмы, как «Скорая помощь», «Осколки», «Штрафник» и многие другие. Наталья при этом долго одна не была. Вскоре она встретила врача и по совместительству бизнесмена Николая Семенова. В этом браке родилось еще 2 сыновей – Максим и Никита. В 2018-м Антонова сообщила поклонникам о своей 4-й беременности. Вся семья очень ждала девочку, но родился сын. Учитывая, что у Николая Семенова есть сын от предыдущего брака, сейчас Наталья живет в окружении 5 сыновей и мужа. Возможно, именно благодаря помощи любимых мужчин у нее получается найти баланс между семьей и карьерой. А вам нравится эта прекрасная семья? Ставьте лайк, если да. Также не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!